Поправка номер 21. Слово предоставляется госпоже Геращенко. Уважаемые коллеги, у нас есть много подтверждений присутствия российских военных в Донбассе, поэтому мы просим ассамблею признать Донецкую ДНР и ЛНР в качестве террористических организаций, и поддерживает их Российская Федерация. Вот о чем речь. Кто хочет выступить против поправки? Господин Кокс. Вновь и снова. Госпожа председатель, я считаю, что надо не легковерно использовать термины. Речь идет о терроризме, если то, тогда мы должны все это обосновывать. Нельзя повсюду применять безосновательно это. Я думаю, ситуация это не поможет разрешению ситуации, которая и так уже запутанная, сложная и так далее. Эти организации не в списке организаций террористических. Я считаю, что не надо отходить от фактологии, опять же, мнения комитета. Комитет против. Вы слышали мнение комитета, он против данной поправки. Начинаем голосование. Прошу. Поправка отклонена.